часов мы. Давай покажем всем. Давай, где он? Чем бы ты? Смотрите, две разные ноги. Разные джинсы. У тебя две. Две ноги. Смотри, какая у меня одна нога 46 размера. Здрасте, здрасте, здрасте. Разные ноги. Даша, привет. Привет из Словакии. Привет, привет, ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку-ку. Нажмешь? Два раза нажмешь? Да. Покажите Сереже. Это мой Сережа, не буду. Здорово, здорово, здорово. Так, что нам надо подвести было итоги конкурса, в котором участвовало всего лишь сколько человек? Ой, много участвовало. Огромное количество людей участвовало в конкурсе на лучший пресс, который мы объявили в Перископе как-то, не знаю, потому что... О, кто-то мне звонит, походу. Ну ладно, а где ты мне можешь звонить? Кто это? Иван Конрад? Надо попозже сейчас перезвоним. Так, вас смотрят в армии два тупых качка. Крутяк. И кто у нас выигрывал? Выиграл у нас Максим. Как фамилия? Максим, который 15-летний, да? Паршин. Паршин. Максим. Паршин. Ну, Максим, короче, ты понял. Максим, это твои БЦА. Поздравляем тебя, твои БЦА, так что пиши и отсылай. Нет, так что не пиши, пожалуйста, больше. Все, ты выиграл, напиши, пожалуйста, свою единственная вот просьба, свой почтовый адрес, куда тебе их отослать. И все. С меня конкурса хватит. Все, такие, друзья, дела. Ну, что еще? Нет. Мама смотрит. Мы вас любим. И мы вам. Так, ну давай что? Давай пить разогнал камеру. Ну давай, нажала. Ой, не то. Ну ладно. Вы что, бухие? Мы что, бухие, что ли? На тренировке. Мицуху покажем. Мы что, похожи на... на этих самых, на бухарей? У нас есть кто похож на бухаря? Пишите. Туда. Ну ладно. Ну ладно, друзья. Что вам еще? Все, давай прощаться, все. До свидания. Да? Смотри, 30 человек подписалось. Все. Ты им покажи щелчок свой. Хочешь, я подержу? Щелчок у дяди Сережи. Показывать им щелчок. Вот вам. Вот вам щелчок. Вы меня не видели никогда в красной водолазке. Так что для вас что-то новое. Что-то много народу подписано. Давай расскажем что-нибудь про похудение. Что-нибудь. Про пресс. Друзья, у нас был лучший конкурс на пресс, в котором выиграл 15-летний парниша. Так что поздравляем его. Он получает баночку БЦА. Для этого ему надо написать и свой адрес, чтобы мы отослали. Правый тапок напишем. Вот. Что еще? Что еще, друзья, хочу сказать? А пресс – это история, в принципе, достижимая всем. Для этого нужно уменьшить уровень жира, и все. Буквально все. То есть уменьшить именно вот эту прослоечку между кожей и прямой мышцей живота. Для этого у вас появится прорисованный четкий пресс. Да я скукоту начал нести. Вот, что еще? Для этого вам нужно всего лишь создать дефицит калорий. Потому что все знают. Ну, все раз все знают. Да он... никто не знает. Он там пишет. Ты всезнающий. Дашка топ, Серега топ. Спасибо. Топ-топ. Че еще пишет? Сколько качать пресс? Видишь, все не знают на самом деле. Так что, друзья, для того, чтобы появился пресс, не обязательно его вообще качать. Нужно просто уменьшать эту прослоечку. Булки не жрать никакие. Вы можете и жрать и булки, если будете бегать в марафон, либо устроитесь работать грузчиком. Дали пресс какой? Вот такой. Хотите такой пресс? Я свой живот покажу. Вот. Такие, друзья, дела. Так что можете есть булки, двигаться больше, и будет у вас пресс. Все просто. Все элементарно просто. Вот.
Такие дела. Серег, хочу быть таким, как ты. С чего начать? Ну, для начала тебе что нужно? Что мне нужно для начала? Ну, для начала тебе нужно быть 2 метра роста. Иметь шикарные белые волосы и зубы. Не снимает плохой ракурс. У тебя так рука затекает. Ну, если вот так, раз так держать, то будет нормально. Ну, такие счастливые, смотри. У меня морщин ни одного. Так вот, ну чем там? Дальше что тебе нужно? Съездить талант, найти сумасшедших друзей. Найти клона Георгия и найти очаровательную девушку с прессом. Темненькую, очень красивую и очень добрую. Сейчас хоть за шею укусила. Так. Так у меня нос во рту. Нос во рту? Вот так надо держать? Так, не морозьтесь, когда в Киев заедете. Не знаю, на самом деле до Киева это вообще быстро и в Киеве круто. Так что, может быть, летом. Мы столько везде собираемся, что-то все собираемся. Собираемся. В итоге тут сидим. И сидим, и булки жрём. Сидим, булки зато едим. Вот. Так что наше выступление. И же надо выступать. Да. Выступать и выигрывать. Где пресс-то? Все, пресса больше нет. Переменный ребеночек. Пресс можешь по это самое перемотать в трансляцию. Ну все, Сереж, мне кажется... Все? Достаточно? Ну да. Самое главное, давай еще раз поздравим победителя. Итак, у нас был конкурс. Конкурс на пресс, и выиграть в нем Даша. Да зачем мне этого питания? Хватает. Давай еще я рекламирую продукцию. Значит, победитель получает... Быца вкуснейший, офигенский, от Генетик Клаб. Ты молодец, твой пресс был крутой. Участвовал народу куча. На самом деле, ты еще очень этот, как сказать, не надо, как это слово? Ты очень недостающий. Нет, другое слово. Упорный. Вот. И скидывал каждый день свой пресс. Да. В разных... Нет, ну Мишан, Максим? Максим. Он, кстати, еще самый первый его скинул. Да, Максим, ты, во-первых, у тебя лучший пресс, во-вторых, ты самый быстрый, а в-третьих... Ты самый молодой практически. А в-четвертых, ты еще очень... Упорный. Так что, Макс, тебе был посвящен перископ. Да. Пиши свой адрес всем... Пока, будьте счастливы, улыбайтесь больше. Если вы будете улыбаться больше, то будут улыбаться больше других вокруг вас. Да. Ой, толстые пальцы. Ой, устал так держать уже. Так. Так, оп. Быстрее нажал. Все. Заблокируй, что еще? Все, давай, потом я заблокирую.